Итак, Аншабдуль, братья, Аншабдуль. И сейчас новая программа, четвертая, Абдулловидение. Это она выходит пока в аудиоформате, я специально ничего, картинок не показываю, как обычно делаю, для того, чтобы могли читать Гибаран, исповедовать свою религию. Так, давайте мы музыку включим, чтобы более приятно было. Вот. Исповедовать религию, делать добро, как надо делать и гамазы всякие. Вот. И сейчас ответы на вопросы, думаю, это сделать, потому что в предыдущей части вышли прямо одновременно, не записано, поэтому обзор вопрос. От адепта предозы 490, нет, не адепт, по-моему, не знаю, не помню его. Но неважно, вопрос, почему в стане Абдулов есть люди, которые скорбят Абдулу религию, которые выкладывают видео, скорбят, почему еще уютно чувствуется. Так вот, отвечаю, они использовались вначале с целью раскрутки канала, была цель сделать открытую площадку, где могли писать все что угодно. Но сейчас они этим начали пользоваться, то есть писать по 1000 раз, как больные люди, там один есть такой, и 1000 фейков создавать, то есть им уже достает удовольствие именно типа гадить там специально. То есть они меня мешают общению, стали мешать, еще пытаются как-то навредить Абдулу вере, хотя, конечно, и нельзя остановить будущее. То что, даже если кто-то там уйдет, якобы подумает там, что это не фейк или чего-то там, то что это как бы Абдулов, это испытывал адептов, и теперь я заверяю, это официально все будут баниться, без исключения, даже заранее, любой высер на Абдулу религию, любой, то тут же будет удаляться навсегда. Все, это теперь все. Теперь мы уже больше не нуждаемся в раскрутке, в пиаре, и пусть они сами нас раскручивают в других местах, у себя между собой. Они как бы сами напросились, потому что я никогда никого, все знают, не банят и не буду банить, если про меня там пишут. Я тебя вижу, что это не фейк, да? Я это не баню, все равно не буду это банить. Или там против меня пусть пишут, но не правду во веру. Вот. Ладно, да, вопросов не особо много пока. Так. Так, сука. Блин, хреново тут с вопросами. Ой. Нет, задавайте нормальные вопросы. Ладно, на вопрос тролля отвечу, поскольку других нету. Какого хуя так называемый Абдулла делает яйца, если Абдулла существует, все придурки, кто это написал, Абдулла существует с момента, как Абдулов отправился в ад. То есть в рай, убил там Бога, создал ад Абдулов в центре галактики. Конечно, кое-какое время ушло на создание ада, но фактически он на период ухода в ад, его из этого мира, как бы и началась Абдулла религия, точнее он начал делать Абдулла ад, и потом начал нашим проводникам посылать вот информацию, что мы делали, и даже если бы Ельцин он существовал, да, и варился в прошлом аду, в аду Абдулла, то есть он в ад отправился, Ельцин, раньше, чем Абдулов в рай убил Бога, то все равно это был такой мерзавец, или Ельцин, свинья, он миллиарды убил, просто, можно так сказать. Его бы Абдулов все равно вытащил из старого ада и себе поместил, и там варил бы его в своем аду, Абдулла Адулов. Потому что такая мразь, это надо демонстративно показывать, что стоит не пока в аду. То есть надо прямо скрытую, как за стеклом, показывать в аду камеру, как Ельцин. Ну, свинец самому же в глотку заливают из бутылки водки, а он потом другим заливает, потому что он злее, и как бы самому сам пытается, издевается, и вечная кара, и всем будет так. Потому что Абдулла для того и существует, чтобы каждый получал по заслугам, поскольку все грешные, без исключения, кроме Абдулла адептов, то все пойдут в ад за дерзкими пытками, только да даже адепты пойдут в ад, но это только с исключением, что на 10 тысяч лет освобождаются от пыток. Вот. Так вот, насчет Ельцина, и по поводу компа, Абдулла компи, каждый, естественно, получит лично от Богостана Абдуллу адепт, особо одаренный адепт, во-первых, получает. Грешники, естественно, ничего не получают, они только там пытки получают. Да и вообще, я вам скажу честно, та фишка с компом, это по большому счету, это просто проверка на адепта, на вшивость. Насколько они циничны, или если они настоящие адепты, им никакой комп там в Абдулладу не нужен.
Они, это просто ущербные люди, кто считают, дело в нашей верости, которые считают из-за какого-то Абдулла-компа, которому им там в Абдулладу выдадут. Потому что настоящая награда — это освобождение пыток. Даже освобождение на пыток в Абдулладу за одну секунду — это величайший дар. Вы знаете, на целую секунду освободиться, а там тебе 10 тысяч лет освобождения от пыток. Знаете, какие там зверские пытки, там больно, прямую в нервы поступает, а просто разрывает астрально. То есть такие зверства могут быть. На этой земле нельзя так пытать людей, такая боль не существует, как в Абдулладу. И вот, и главная награда — это освобождение от пыток, а осетра там и компы — это уже бонус. То есть если адепт заикается, когда мукомб, это уже не адепт, это отступник, это мунафик. Он уже гнилой, гниет в голове. Это и так мы вычисляем вот так предателей. Но облаком все равно получит кто надо. Вот. Вот. Еще такой вопрос. Ты там мне писал еще один там. Но я буду таких всех все равно удалять, но все равно отвечу, поскольку других вопросов нет. Типа, ты же говорил, что написал Озон, а это Абдулов, ты сейчас говоришь, что написал Баран. Бибаран написал сам Багасана Абдулов, естественно. Но он же не может, у него как бы рук на Земле нету, они в центре галактики, они не дотягиваются. Ввиду, что был проводник использовать Озона Солженицына, Романа Таренкова, который и как проводник, и между тем и этим записал Бибаран под диктовку. Под диктовку записал, и все. И все, он уже больше не нужен стал, как сгоревший, так сказать, полупроводник. Его можно выбрасывать и самого там карать. Потому что в том, что он написал Бибаран, никакой заслуги нету. Ему вот Бог стал сказал, он его написал, все, как его раба использовал одноразового. Ой. Вот. А, да. Что-то именно вопросов нету нормальных. Вот задавайте нормальный вопрос, мы будем говорить. Потому что иначе мне самому приходится вопросы придумывать. Что-то нормальных не вижу. Потому что адепты, как бы, они не задают им все и так ясно. А нормальные люди, вот кто против нас выступает, они не могут нормальные вопросы даже придумать. Вообще просто у них, они не понимают всю суть Абдулла-верования, они просто могут написать какой-то ужас, что это, что вы делаете, отстаньте от актера. Вот такого. Вот у них бедный разум, они ничего не понимают великого, они уже все изначально обречены на муки вечной ада. Анша Абдуль. Вот. И надо Абдулла религию, давайте, ладно, Абдулла мотивацию сделать, Абдулла религию надо развивать постоянно. До бесконечности везде писать, всем надо доказывать, находить на любой форме, всем доказывать, почему, что нам нужны адепты. Да, если вы слышите, нам очень нужны новые адепты. У нас сотни адептов, около 400 адептов, можете список посмотреть, и тут еще не все. Но адептов, которые действительно что-то делают, которые могут создать там тысячи фейков, например, и ими продвигать Абдулла-религию, и писать на всех непрерывно, чтобы ролики на торренты захватывали, хоть и видео делали, и в реале там цели вычисляли, там пробивали, там их таких мало, надо именно активно. Вот если вы сейчас смотрите и думаете, зачем выступать, у меня тут уже все уже заняты, куча адептов, нет, активных адептов, которые, наверное, делают очень мало, и они еще больше награду Абдулла-Аду получат, Абдулла-Ком получат, и все, нам нужны именно активные адепты, которые просто разорвут все на пути Абдулла-Мира, реальные, которые будут делать что-то, а не на словах, вот так, просто поставить аватар Абдулла и все. Нет, если ты пришел Абдулла, надо тебе ежедневно считать Бибаран, Анша Абдулла продвигать, Абдулла-Пост, именно... Вот так можно стать Абдулла-ученым, а не просто обычным адептом. Типа, я типа вступил просто, чтобы себя обезопасить, чтобы в аду не вариться там 10 тысяч лет, освободиться от пыток. Там типа, мало ли что, или подстрахуюсь, как вот, допустим, в церкви, в сектантские ходят, там в жопу свечку вставляют себе. А, ну раз в год там, и ладно, там все. Типа, я типа там крещен. Нет, нет. Абдулла-адепт реальный должен быть, чтобы прям видели, экипировка на улице надевать, вот эту татуировки с Абдуллом делать, там, Аншабдуль везде, Бибаран, чтобы вешать, надо распространять Абдуллу литературу, вешать портреты Абдулла, надо помечать все сектантские, так сказать, учреждения, вешать им на стены прям. Туда, это территория бога сатаны, там, вешать им туда, прямо, особенно в их праздники, там, вешать их там,
Вот. А то с этих гробовых сектантов развелось вообще твари. Вот мы не разберемся с колдунами, со всеми. Их сама настигнет кара. Так же, как и порча действует, это уже неоспоримый факт, это знают все. Гибаран, братья. Анш-Абдуль. О, это Абдулла верование надо продвигать серьезно. Потому что не ждите, что Абдулов сделает все за вас. Не ждите. Вы нам должны когда-то что-то делать и спрашивать, а как бы на твоем месте поступил Абдулов, и делать так же. И тогда Бога Сатана будет вас вести. Ты читаешь Вибаран, он уже твой, тебя идет, все твое же, ты понимаешь, что цветая книга, он тебе указывает дорогу. Да. Делать надо добро, не каждый день засыпай, ты должен записать, сколько ты сделал Бог за тоне, чтобы с иностранным связываться и доклад его вести, доклад. Сегодня столько-то добра сделал, сегодня я перечитал два раза Бибаран и Сюнадж, повторять святые учения, обвешивать все дом свой, украшать, вешать, как осветлять. Мы осветлять будем, надо дома осветлять, то есть вообще на каждый дом прибивать портрет с Абдуловым, с красными глазами. Естественно, это освещение будет вести только на адептов, которые живут в этом доме. На всех остальных это, конечно, приведет к скорбям в доме, естественно. За то, что они не приняли Абдулу верование. Единственную верную религию, научно доказанную. Вот даже мне люди на канал пишут, что вы наберите в гугле «призрак Абдулова» и вы увидите, что я говорю правду. Естественно, правда. Каждое мое слово имеет научное доказательство. Тут же «призрак Абдулова». Видите гугл «призрак Абдулова», там покажут прям научные статьи о том, что видели призрак с доказательством, с фото, с видео, со всем. И так по любому поводу. Что кору массивно не били, можно посмотреть. Что глыбу 400 тонн установили, чтобы он не выполз уже никогда оттуда больше. И после того, как призрак увидели. И все остальные, все это. И какой он зверь, как он мальчика избивал насмерть, убивал, орал мне похуй на закон, и Абдулов мне похуй на закон, разворовывал деньги из всех проституток, всех этих в казино, в наглую прыгал, как он пьял, бухал, как заморочил, водка на здоровье, и сигареты, табак, одно, представляете? Издевался над ней, орал, что нельзя запрещать табак, но он наоборот продляет жизнь, там в Америке, посмотрите, там все долго хуже мрут так же, когда запретили табак, так что не надо ничего запрещать, я ничего не пью, кроме водки. Это же демон. Посмотрите на лицо его. Одно лицо всегда было рожа, чего только стоит. Вот посмотрите вот на фон, на нашем канале или на сайте. Какая мерзкая рожа, жабья кожа какая-то. Отвращение в каждого, даже у него нет дома ни одной фотографии. Он все, вот, которые вот, последние 30 лет, они всех омерзения просто отпечатывают себе на рожу. Ну какие вам нужны доказательства еще? Какие? Да вам не нужны доказательства никакие, если вы спрашиваете, а мне нужны доказательства? Вы уже неверны, вы уже сомневаетесь, а тут нельзя сомневаться в таких вещах. Тут вечные пытки в аду поставлены. И все спасения всех людей. Да не убоюсь я Абдулова, потому что я работаю на него. Убоются наши враги все. Все до единого. И все познают гнев Бога Сатаны. Не сегодня, так завтра. Не завтра, только через 5 лет. Все действия против нашей общины заносятся в Гибаран. Является предметом размышления для следующих адептов, чтобы видели зло, чтобы знали, что сделать, чтобы знали мучеников, чтобы знали, сколько на тот свет наших адептов отправилось, сколько пало в борьбе, чтобы они у них было, у наших адептов в будущем, такая счастливая детство, жизнь, добро, знали своих героев, которые грудью кладут своей жизни, не щадя ни своих роликов, ни своих каналов. Деньги, которые несут нашу церковь, квартиры переписывают, все, чтобы добро расширялось, чтобы больше не было того, что было раньше, чтобы это продолжалось работать, и оно работает, и каждый день мы видим новых десятков людей, которые вступают в обдуловерование, готовых защищать, встать на добро, на путь правды, справедливости, свободы. Гибаран, братья! Анш-Абдуль!